парке «Морской славы» сажают деревья. По итогам общественных обсуждений его территория стала больше. К уже благоустроенной части добавилось еще почти 60 соток земли, которую городские власти намерены привести в порядок. Значимость заключается в том, что, по сути, мы выполняем те обещания, которые, в том числе, на публичных слушаниях давали жителям данного микрорайона. Мы говорили о том, что парк «Морской славы» будет не только сохранен, он будет увеличен в объеме. И сейчас вот можно видеть, как на вновь присоединяемой к парку территории, которая не была официально оформлена как зеленая зона, на территории, которая расширила границы парка, происходит самый первый этап – высадка деревьев. На присоединенной к парку «Морской славы» территории сегодня сажали молодые черемухи, клены и другие декоративные деревья. Деревья посажены 420 единиц. Во-первых, это деревья и кустарники 6 видов. Если говорить о деревьях, то деревья представлены черемухой краснолистной и кленом краснолистным. Из кустарников это пестролистные кустарники, которые применяются для дизайна городских парков. Это пузыреплодник и 2 вида дерена. В озеленении принимали участие школьники, работники дирекции по благоустройству города, жители района, а также члены молодежно-православной организации. Мы сажаем деревья в парке «Морской славы». Вот мы приехали, нам сказали, что нужно посадить, а оказалось, что уже все лунки заняты. Сейчас вот мальчишки накопают вот вместе с рабочими, а нам пока вот дали ведра, мы ходим поливаем. Потому что вот, это вот сегодня утром посажены деревца. Вот. А потом, когда лунки будут готовы, будем сажать. Цель посадки, когда была задумка строить храм, то там часть деревьев у нас попадали под вырубку. Поэтому мы очень долго боролись, чтобы храм у нас здесь был. Для этого сажаем больше, чем было. Мы занимаемся посадкой деревьев, облагораживаем территорию. Я с микрорайона Тоская Нищева, 3-й квартал, поэтому это наше дело. В ближайшее время городские власти намерены продолжить благоустройство данной территории. Здесь планируется разбить дорожки, установить скамейки, беседки, малые архитектурные формы. Кроме того, дополнительные зеленые насаждения сегодня были высажены в мемориальной части парка. Она пополнилась красивыми кустарниками и вечно зелеными растениями.